В бой стартовали матчи в рамках предварительного этапа Кубка Костромской области по мини-футболу 2016. В этом году эти традиционные соревнования объединяют 24 команды со всей области. Отборочные этапы проходят в 4 группах. Местом проведения игр, кроме боя, стали Мантурово и Волгореченск. В нашей зоне играют 7 команд. Бой представляют 2 команды – «Локомотив» и «Планета». Кострому – команды «Феникс», «Дарк Хорс» и «Восток». Участие в турнире также принимают команды из Галича и Судиславля. В бой уже не первый раз. Единственное, что, конечно, самый маленький зал. Ждем не дождемся, когда у вас откроют новый зал. То есть мы бы более как бы, может быть, и финал бы привезли бы в бой. Было бы интересно для развития мини-футбола в области. В бой за последнее время это самая большая зона. То есть тут 5 команд было, 6 команд, вот в этом году 7 команд. С вами кто-то еще судит? Ну да, у нас, да, это Костромская бригада. Ребята рекомендованы обслуживание матчей чемпионата России, профессиональные судьи. Вот. Я уже закончил профессиональный судитель, сейчас профессионально инспектирую, готовлю новые кадры. Отборочный этап проходит по круговой системе. 13 и 14 февраля команды сыграли по 4 игры. Следует сказать, что все свои матчи буйский «Локомотив» выиграл и забил в общей сложности за 2 игровых дня 22 мяча в ворота соперников, пропустив всего 5. Команда возглавляет турнирную таблицу в своей зоне. У «Планеты» одна победа в 4 матчах. Команда на 6 месте. Я думаю, что «Локомотив»-то должен выходить. Они, как всегда, традиционно здесь победителями являются. Как в финале, не знаю, по-разному. В этом году бой в большой футбол чемпионами стали в первый раз. Ну, не в первый, а за 40 лет последние в первый раз. 3 костромские команды, довольно 2 из них ровные. Судиславль неплохая команда должна быть. Галича и «Локомотив» бой. Вот думаю, что вот 5 команд тут так посерьезнее, наверное. Будет интересная борьба. Интересно, чем все закончится. Завершающие игры в нашей группе пройдут в воскресенье 21 февраля на стадионе «Спартак». В 10 утра играют буйский «Локомотив» и «Дарк Хорс» из Костромы, в 11 «Планеты» и костромской «Феникс». Приглашаем болельщиков поддержать наши команды. По итогам зональных отборов определятся 8 участников финала. Турнир завершится в Волгореченске в конце марта.